одна дівчина, яка за два сезони X-Factor'у переконала Серегу в тому, що треба працювати із дівчатами також. Спасибо. Олеся. І наступним перемогу сьогодні святкуватиме... Такі великі пауки, ну, вони кажуться вічністю просто. Потом, когда прошли, там за кулисами такое. Это просто не писать словами. Будем бороться, бороться еще раз. Не зря тебя за колючую проволоку сегодня кинули. Я с детства мечтала быть Анне Вески. Сколько я маме каблуков поперила. Еще какие-нибудь платья там такие нарядные найдешь, нарядишься. Чем тебе не Анне Вески? Вот, пожалуйста. Доброе утро. Это Аннушка. Доброе утро. Это как раз вот та песня, где нужно вот выпустить вот ту Аню Ахрицкую, которая в тебе много лет дремала. Хочется показать ее вот с такой драйвовой стороны. Были расставания? Да. Были переживательные расставания? То есть, и вот в этот момент ты должна вспомнить, понимаешь? Вот спорим, что сейчас поют точно так же. На конфету? На мою конфету спорим. Перебивай. Ладно, 230 килокалорий ваши. Пополам? Я ще жодного разу на сцені не чув, як переспівують цю пісню. Давайте ми подивимось на виступ Ані, а потім скажемо, вдало чи ні. Я буду йти до кінця. Раді победи. X-Factor – це така душина для неї. Поэтому встречайте. Анна Охрицка. Анна Охрицька.
Анечка, я не знаю, як там з вакансіями зараз у бродвейських мюзиклах, але я думаю, що вони взяли б тебе без попереднього прослуховування. Я приголомшена. Правда, ви підтримуєте мене? Ти геть інше, зовсім. Мені дуже подобається. Сергію, ви солідарні зі мною? Вы знаете, у меня смешанное чувство, ведь в городе моем это версия знаменитой песни «Три счастливых дня» Аллы Пугачевой на стихи Резника, которую авторы Пугачева и Резник подарили Жанне Агузаровой, когда та работала в группе «Браво». Был написан новый текст. Не все получилось у Ани. Первый куплет был какой-то очень громкий, без контрастов, и были стервозные ноты. Во втором куплете она уже давала больше оттенков, безусловно, как-то собралась, более интересно спела, контрастно. Припев был очень эмоциональный. Это вот у тебя, Аня, уже пошло. Но помнишь, как у Жанны Агузаровой? Только сердце стук. Она выделала такие вот штуки, потрясающие голосом, необычные. А здесь у тебя была пустота. Опростились вот эти вот агузаровские ноты, какие-то эскапады необычные. Надо было что-то придумать взамен этого. А была дырка, и ты не знала, что делать в этих паузах, в этих проигрышах. Понимаешь? Была скована порой. Не все удалось. Мне жаль, что я не успела тебя проконсультировать до эфира на репетиции, потому что это моя тема. Эта песня абсолютно моя тема. Я бы мог много тебе чего подсказать. Дякуємо, Сергій Васильович. Спасибо. Ёлочка. Иногда мне кажется, что Сергей Васильевич Соседов — это тот человек, который абсолютно каждому человеку на Земле мог бы что-нибудь подсказать. Товарищ Пархоменко сегодня меня хвалил весь вечер, и я вас похвалю не просто потому что я мщу вам, а действительно стопроцентное попадание в яблочко. Это идеальный просто выбор песни. И Анна, у вас настолько интересный, пронзительный голос, у вас настолько неординарная внешность, что вы бы спокойно могли занять вот эту пустующую пока нишу Жанны Агузаровой. Тем более она пока в командировке, сами знаете где. Дякую. Ёлка, золотой призер X-фактора прошлого сезона. Ігорю. Агузарову приспівати, звичайно, невдячно, але мене взагалі все задовольнило. Дірка була після твого виступу. Я тобі хочу сказати, що це найкращий дівчачий виступ за сьогоднішній вечір. Молодець. Дякую. Это они Игорю? Мне все говорят, чтобы мне Игорь. Было плохо, чтобы меня посрамить, наверное. Сережа. Ну что вы, вони просто переживают, что вам немає с кем поговорить, и только на эфирах вы это можете сделать. Я обов'язково складу вам компанию. Вибач, Серега. Анечка, вот то, что сказал Игорь Васильевич Кондратюк, вот это ты возьми на вооружение, да, вот эту вот похвалу, потому что он имеет право, как продюсер, категории девочки в прошлом, он разбирается в женском вокале, и он имеет право говорить такое. А когда тебя критикует Сергей Васильевич Соседов, помни, что тебя критикует человек, который в ночь на Ивана Купала пускал по Днепру веночки. Серег, ну хватит уже, это уже не смешно. Я хочу немножко покритиковать тебя, тем не менее, ты уже который эфир подряд своим вокалом бросаешь тень на елку. Это мешает ее фотосинтезу, помни. Я больше не буду. После такого выступления, возможно, последует гастроль и на Марсе. Но помни, Луганск у нас по графику на первом месте. Дякую, Серега. Анна Хриска, 25+. Спасибо большое. Голосуйте за категорию 25+. Только в нашей категории мы знаем, как правильно пишется «Сумасшедшая весна». Ой, боже мой. Дякую. Судьи сегодня в ударе. Аню, навіть похвал суддів буде замало, якщо наш найоб'єктивніший п'ятий суддя тебе не підтримає. Шановні глядачі, нічого складного для цього робити не потрібно. Просто щойно я оголошу про відкриття лінії для голосування. Телефонуйте 0900 102 009 та надішліть смс із кодом 09 на номер 7766, якщо ви вболіваєте за Аню. Кожен ваш голос – це шанс для неї продовжити